Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Людмила, вы пригласили нас на встречу в центр нашего города Одинцово, и это не случайно. Расскажите, почему? Ну, мне хотелось, чтобы мы немножко вспомнили об историческом центре Одинцово, потому что сейчас Одинцово ассоциируется совершенно с другим местом, да, и ментально мы переехали ближе к Москве, и жители, скажем так, той западной части Одинцова привыкли считать себя, что они живут в центре. На самом деле совершенно незаконно и незаслуженно забыт исторический центр Одинцово, то место, откуда, собственно, складывалось его история. Его история, да, его жители, первые поселения, дворы. И вообще такой достаточно был крепкий, централизованный круг здесь. Вот. И я хотела бы показать, вот мы сегодня здесь на этой площади, если можно, начнем просто вот с одного тоже из старых зданий нашего города. Вот прямо за моей спиной находится 5-я школа. Тогда это была 5-я школа, да. Взрослые жители нашего города знают это как место госпиталя Второй мировой войны. На самом деле у нас тоже есть некоторые сведения, которые дают основание предполагать, что это здание более раннее. Основа этой постройки 1911 год. И даже можно предположить, что здесь находился госпиталь и Первой мировой войны. Потому что на самом деле все так же это был западный регион, да, это также, как всегда, тыловые структуры Москвы. И здесь Можайская дорога, старая Смоленская дорога, конечно, тоже принимала. Скорее всего, да. Да, и уже была построена к тому времени Московско-Брестская железная дорога. И эшелоны Первой мировой войны, которые шли в Москву, привозя в том числе раненых, безусловно, и станция Голицына, и станция Кубинская тогда, да, Кубинка, и Одинцова, была, да, Кубинка, да, по владельцу Андрею Кубинскому, да, вот, боярину, что принимали, конечно, раненых воинов. Вот. А вот это здание знают наши родители, наши бабушки и дедушки. В нем находилась вечерняя школа, в нем находилось много разных служб. Но самое интересное, это то, что там были устроены походно-полевые госпитали. 105-й и 174-й, о чем говорит табличка на этом здании. Что такое походные госпитали? Да? Вообще, что такое походный госпиталь в принципе? Вообще, Россия – это основоположница, на самом деле, полевой медицины, военной. Да? Наши известные врачи. Боткин, Сергей, отец Евгения Боткина, да, священномученика, Пирогов, потрясающие исследователи, ученые, основатели нашей военной медицины. Да. И когда Россия примкнула к Женевской конвенции, да, мы начали участвовать в помощи раненых во время боя. Так вот, вот этот госпиталь дошел до самой Польши. То есть это были выездные палаточные истории, да, то есть выезжали палатки, в которых ярусами устанавливались кровати. Вот. И на фронтах работали санитары, врачи, прикрепленные непосредственно к этому госпиталю. То есть он совершал выездные действия, да, и участвовал в боях, и они действительно дошли до Сувалок, дошли до Польши, и большая взаимосвязь. Вот мы сейчас находимся, нам кажется, такое культурное место, да, у нас кинотеатр «Юность», у нас вокруг такие чудесные вечером огонечки, храм рядом, все хорошо. На самом деле мы стоим на одном из самых больших кладбищ Второй мировой войны на территории Одинцовского округа. Мы слышим сейчас, да, поезд. Белорусская теперь, да, железная дорога называется. Подходили эшелоны, поезда с ранеными, которых сгружали здесь. И те, кто в этом госпитале умирал от ран, здесь принимали с ранами нижних конечностей, тазобедренных суставов. То есть есть четкие, как бы, знания о том, какие врачи здесь работали. Вот. И, конечно, захоронения здесь очень большие, да. И вот у нас мемориал славы, который является памятником регионального значения, и вот работа по сохранению которого, конечно, ведутся и администрации, и вообще мы все понимаем значимость этого объекта, намного шире его границы, чем то, что вот сейчас мы здесь находимся. Конечно, раненые воины вокруг нас, вот, так что об этом надо, наверное, помнить, особенно когда здесь вечером бывают такие странные тусовки. Конечно, все-таки это место мемориальное, это кладбище, вот. И это здание, мы тоже надеемся, вдруг когда-нибудь получится, оно будет выявлено, и если вдруг оно станет памятником тоже. А что в нем сегодня? Ну, наверное, потому что рядом находится Одинцовский суд, да, то есть это все занятые, безусловно, территории, но просто вот сейчас как бы вот складывается этот комплекс, потому что вокзал стал уже памятником архитектуры, музей стал памятником, эта территория является памятником, то есть, ну, все шансы для того, чтобы рано или поздно в Одинцово появился свой такой хороший мемориальный ансамбль. Конечно, да. Вот. Ну и опять же, почему здесь? Почему здесь было выбрано это место, да?
опять же, ментальность. В 57-м году образовано Одинцово. Что оно в себя включало? Оно включило в себя деревня Яскино, Акишево, Верхняя и Нижняя Отрадная, Красная Горка. И оно начиналось здесь. Да, мы находимся буквально в километре от железнодорожной станции Одинцово. Одинцово развивалось не в сторону Москвы, оно находилось здесь. Здесь у нас недалеко Яскино. Яскино, как слово яска, да, как ну, нечто, как пищаль, предвещающая какую-то весь. Огромный культурный центр. Сейчас территория домиков завода Хруничева, очень интересных, красивых, но раньше еще интереснее. Это место упоминается в воспоминаниях Левитана. Сюда он ездил к Софье Корзинкиной, вернее, к его дочери Елене. Сын Софьи Корзинкиной, Александр, ну, известнейший нумизмат, специалист Третьяковской галереи, исторического музея. И от станции Одинцова дорожка вела на запад в Яскино. Эту дорожку хорошо знали. Сохранилась, например, телеграмма Левитана Шаляпина: «Забери меня со станции Одинцова. Сижу здесь один, брошенный, всех жду». Деревня Акишево, древнейшая деревня, Акишевская дорога, она сохранилась в очень многих картах старинных. Например, есть воспоминания, я была потрясена. Акишевская дорога доходила до Нового Иерусалима. Пути паломниками, которые шли, этот кусочек проходили. Например, из Боровска ежегодно шел большой крестный ход, который заканчивался в Новом Иерусалиме. Так вот, большую часть пути шли по этой Акишевской дороге. А почему именно по ней? Потому что она шла среди нескольких храмов от начала до конца. То есть замыкались, да. Потому что крестный ход – это же как непрерывное богослужение, продолжающееся после литургии, да? И от храма к храму двигались, но это тоже территория Одинцова. Акишево – это 2-3 микрорайон, это улица Парковая, и, например, это огромная усадьба, и старинный пруд Акишевской, теперь он зарыт, и на нем построена 11-я школа. И на самом деле, когда происходило уже строительство Одинцова, нового Одинцова, 50-е годы, да, когда прирастали микрорайоны, конечно, сносились старые дома, и жители переезжали уже в новые дома, собственно, ну, как сейчас любят сказать, вот там противостояние. Никакого противостояния, конечно, не было. Люди переезжали в новые квартиры, и так, жизнь развивалась. И военная история Одинцова тоже шла как тылового такого города. И ну, мы знаем, что Акишево включало не меньше 100 дворов. То есть это была колоссальная территория. Да? И сейчас молодые люди, когда что-то находят на улицах, даже, можно сказать, обращайте внимание, несите к нам в музей, потому что это скорее все... всего, это историческая какая-то безусловно, ценность это... какая-то. Конечно, потому что здесь большой культурный слой. Здесь жило много-много-много людей, много дворов. Наше сегодняшнее Красногорское шоссе, тоже, да? Красная Горка, да? Красная Горка, да, с одной стороны. Но с другой стороны, это Зубовское шоссе, да, по названию Зубовых, да, владельцев, да, вот этой части, отделенной Одинцово, да, история Гребневского храма уже. Но эта дорога, безусловно, ею, например, пользовался Николай II, когда приезжал сюда 21 день коронации, который он провел здесь у своего дяди в гостях в усадьбе Ильинская. Вот. Так что историческая часть Одинцова, она была сформирована здесь. И, ну, конечно, мы переживаем новые времена, у нас меняется ментальность, наше место работы, друзья, все это меняется. Но здесь формирование именно социального, культурного центра было здесь. Еще, конечно, инфраструктура играла огромную роль. В 70-е годы 19 века развитие Московско-Брестской железной дороги, мы уже с вами на эту тему говорили, да. Ну и, конечно, это работы. Вместе с этим Василий Якунчиков. Да. Что такое Якунчиков, да, для нас? Это вообще такой фамильный бренд Одинцова, который вот его высоко ценят в Москве, в других регионах. И мы будем надеяться, что и у нас получится достать как можно больше данных об этой семье. Естественно, значимость этой семьи была притягательной для большого художественного круга. Ну вот смотрите, Василий Якунчиков женат на Зинаиде Мамонтовой, родной сестре Веры Мамонтовой, жены Третьяковского. Третьякова. Основатель Третьяковской галереи, да, я имею в виду. Его дети, здесь находились его заводы. Как раз вот мы сейчас находимся вот там, напротив нас, да, вот близко от железной дороги, потому что инфраструктура рядом, позволяет отвозить... Да, вот все любят гулять на Красной площади. А кто-нибудь знает о том, что ГУМ построен из якунчиковского кирпича? Нет. Белорусский вокзал, тогда Александровский, построен из якунчиковского кирпича. Ну, если бы мы сейчас сказали, что это градообразующее предприятие, безусловно. Но тут надо сказать, что и Якунчиковы были непростые, да, меценаты, они не просто
как зарабатывали деньги на кирпиче, да, вот, у строителей театров, музыкальных салонов. Ну, послушаем только про его детей, да, сколько они дали культуре. Его дочка Мария Якунчикова-Вебер, да, потрясающая художница модерна, которая, ну, для нас открыла в модерн, вывела Звенигород, одна из таких художниц. Она умерла в эмиграции, но она оставила такое огромное наследство, ее имя абсолютно в международном искусстве. Его другая дочь Наталья. Они все воспитывались здесь? Они здесь не воспитывались, они бывали в Одинцово, бывали. Но жили они в Веденском, росли дети в Веденском. Веденское там было... У него усадьба у них была? Да, усадьба Веденская принадлежала Якунчикам до 1884 года. Понятно. И потом, когда они уже ее продали, все равно все дети туда приезжали, вспоминали. И Маша Якунчикова уже в эмиграции, она не могла не думать о Веденском, она его писала, рисовала. То есть вот все, что мы знаем о Веденском, создано по воспоминаниям Маши. Другая дочка от первого брака Василия Якунчикова, Наталья, выходит замуж за художника Поленова. Знает ли Поленов об Одинцове? Ну, конечно, знает, потому что проезд и в Веденское, и здесь он только исключительно через Одинцово. А Поленов часто бывает в Веденском, ведь его прадед построил Веденское, архитектор Львов. Другая замечательная, тоже известная художница Мария Федоровна Якунчикова. Это невестка Василия от брака ее с его сыном Владимиром. Мария Федоровна Якунчикова. Основательница магазина кустарных промыслов в Москве. Женщина, которая положила, ну, можно сказать, жизнь свою на то, чтобы развивать русские кустарные промыслы. Талашкина, Абрамцева. Вот мы сейчас все знаем Сергиево-Посадский музей-заповедник. Это тоже Мария Федоровна Якунчикова положила большие усилия для того, чтобы это стало отдельной темой такой, да, кустарные промыслы в России. И, конечно, это огромный художественный круг. Потому что где Якунчиковы, там Морозовы. Сергей Тимофеевич Морозов наш прекрасный, да, который жил в Успенском, родной брат Саввы Морозова. То есть еще наш круг художественный становится еще больше. И он, безусловно, через Одинцово, потому что, ну, как ездили, вот уж точно не по Рублево-Успенскому шоссе, да, которое еще не было построено, ездили по Московско-Брестской железной дороге извозчики или свой экипаж от станции Одинцово или от станции Голицына. Пути сходились где-то либо в Звенигороде, либо в Одинцово. Так что и круг Мамонтовых, Морозовых, Якунчиковых, конечно, Одинцово было такой точкой притяжения. И мы все время об этом забываем. Можно сказать, что это утраченный культурный, конечно, ландшафт. Да, конечно. Вот. Но нам стоит к нему возвращаться, да, потому что когда у нас какой-то, с одной стороны, сейчас вот как бы мы живем такое интересное время, с одной стороны мы что-то теряем, а с другой стороны мы что-то, наоборот, новое... Возвращаемся, да, к корням, да, и приобретаем оттуда. Наоборот, немножко как будто падают, да, какие-то, да, проступают какие-то другие уже ландшафты, которые утрачены, стоит к ним возвращаться. И, конечно, так как это тоже дворцовые были земли, а мы знаем, да, что Артамон Матвеев, один из владельцев, да, там был переход, и какое-то время как раз при цесаревиче Петре Алексеевиче, как раз будущем Петре Первом, да, Одинцово писалось через Одинцово, да, оно было в составе тоже дворцовых земель, вот, и, так сказать, дворцовой вотчиной было, так что царям тоже, знаете, все время хотелось вот это сельцо, конечно, прибрать, потому, да, что, да, оно очень выгодно и стратегически, и здесь хорошо развитие идет любой промышленности. Такое западная, такая очень важная часть, в то же время она же, ну, оборонительные функции всегда, да, мы знаем, и тыловая история, которая сейчас остается очень важной, то есть и во время Второй мировой войны, ну, Западный фронт, безусловно, это такая тоже продолжение вот этой, как бы, ментальной нагрузки этого места нашего уникального все-таки. Людмила, спасибо вам огромное за то, что приоткрыли, я думаю, только маленькую какую-то часть тайн нашего города. Да, и я думаю, что вот как мы бережнее будем относиться, да, с большим значением вот к этим маленьким остаткам, нам кажется, что это вот нам досталось от предков так просто. Ну да. На самом деле, вот то, что останется после нас, это не менее важно, то, что нам осталось от предков. Правда? И это зависит теперь от нас. Абсолютно. Спасибо вам огромное. До свидания. Вам спасибо. Мы приоткрыли лишь небольшую завесу тайн, интересных историй о нашем городе и о нашем округе. В следующих передачах вы увидите еще много интересного. До свидания.